Богомолы ⁇ довольно древние насекомые. Они обрели известность благодаря необычному внешнему виду и совершенно бесстрашному нраву. Голодный богомол без раздумий атакует любого противника, которого может одолеть и съесть, избегая при этом столкновений, которые могут стать для него фатальными. Богомолы ⁇ единственные насекомые, у которых голова вертится в разные стороны так же, как у человека. Питаются они в основном мелкими насекомыми, но при случае могут закусить и ящерицей, лягушкой или даже маленькой змеей. Покрытые шипами передние конечности богомола – страшное оружие. Самые крупные богомолы достигают высоту 10-12 см. Богомол способен съесть и переварить без вреда для себя практически что угодно. Эти насекомые нападают как на черную вдову, смертельно ядовитого паука, так и на божьих коровок, которые сами по себе весьма токсичны. Самка богомола нередко убивает и съедает самца по окончании спаривания. Такое, кстати, случается и у скорпионов. В мире существует более двух тысяч видов богомолов. Древние египтяне поклонялись богомолам и даже мумифицировали их, как фараонов. В некоторых странах Средней Азии жители сельской местности держат богомолов чтобы те уничтожали насекомых-вредителей. Богомолы – мастера маскировки, причем их расцветка всегда совпадает с основной цветовой гаммой местности, в которой они обитают. Каннибализм в среде этих насекомых – не редкость. Два голодных самца, скорее всего, атакуют друг друга, и победитель съест побежденного. Своих жертв богомолы предпочитают поедать живьем. Мертвую добычу они есть не будут, даже будучи умирающими с голода. Самки богомолов всегда крупнее самцов, и поэтому летать они не могут, крылья слабоваты. А самцы вполне могут перелетать с ветки на ветку. Характерная поза, в которой чаще всего фотографируют богомолов, поднятый вверх передние конечности, сигнал о готовности насекомого к атаке. Отложенные самкой богомола яйца настолько надежно защищены, что им не страшны ни морозы, ни ядовитые химикаты. Ни один из видов богомолов для человека не опасен, но если его разозлить, сапнуть он может сильно, будет больно. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.